Всем привет, уважаемые зрители. У микрофона Артур, вы смотрите канал Sunlight Gadget. Очередной пакет из торговой площадки AliExpress. Получил за 2 месяца. Очень долго шло. Уже 2 месяца стало нормой. Здесь чехол на смартфон ZTE V5 Red Bull. Посмотрите, какой приятный цвет. Все дошло хорошо. Нет вмятин. Сейчас я возьму смартфон и попробуем, как сидит на этом, как сидит смартфон в чехле. Блин. Вышла ошибочка. Смартфон 5-дюймовый, а бампер для 5,5-дюймового ZTE V5. Не досмотрели, ошиблись. Будьте внимательны, когда выбираете товары на AliExpress. Прочитайте обязательно описание. Кто посмотрел это видео, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Поделитесь этим видео в соцсетях. Будьте здоровы.